На территории Забайкальского края неизвестные лица под видом сотрудников регионального управления Роспотребнадзора продают специальную литературу, закон о защите прав потребителей и другие документы законодательного характера. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Мошенники по телефону представляются сотрудникам управления и обращаются с предупреждением о планируемом проведении проверки в отношении данного индивидуального предпринимателя. Во избежание проведения проверки мошенники просят купить комплект литературы. Напомним, в марте полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что проверки бизнеса в России должны быть снижены почти до нуля. Это связано с экономическими международными санкциями. С 25 марта на территории края введен мораторий на проверки.